Че, народ, давайте прогуляемся, что ли. Тут варится очередная бадья на толпу пожрать. Это не изыск, как я уже говорил, вот, готовить в казане. Это просто еда. Что плов на толпу, что сюрпа. Тупо поесть. Много, долго, что радует. У нас лежит снег. Шланги собраны. Это пластиковые, их надо еще, не знаю, в погреб, наверное, смысла убирать нету. Они будут убраны просто где-нибудь в гараж, подвешены к потолку. Вольер для кулей разобрали. Насрали они слой, наверное, сантиметров 15. Но это не насрано, это все вперемешку. Ну, добре так. Серега, рамы аж выколупал. Если посмотреть, они так в половину. А, ну вот, как раз видно, вот они. Сантиметров даже, наверное, 20, я бы сказал. Вот. То, что жена тут задумывала, пинку не сделала. Мне неохота этим заниматься. Пруд, наконец-то, замерз. Лилию достали. Ой, лилию достали. Ее в погреб уже убрали. Там сейчас ничего нету. Не знаю, даже его, может быть, выкачать надо было. Или зачем. Надо подумать. А, может, что кольцо раздавить. Наверное, все-таки выкачать. Бетон все равно тоже может маленько раздавить. Да. Что такое? Что происходит? Я же давно вышел. Почему сейчас? Или народ проснулся? Так, камера стоит, там все убрали, потолок полностью заделан. Под пеноплекс, ну это сверху пароизоляция, выпускающая пар из-под за пеноплексом. С этой стороны пока вот так вот, просто так. Ну вот, видно. Давайте войдем. Вот. Тут тепло. Хорошо. Ну, надеюсь, что будет здесь еще теплее. Вот она, вторая лилия здесь пока. Но она пока... Это же мое ведро для штукатурки. Для шпаклевки. Нам не нужно, оно было сегодня будет. Я хочу под лестницей заштукатурить, чтобы туда потом не возвращаться. Если сейчас коллектор весить, то потом не залезть. Лучше будет сейчас убрать. О, Серега снежки играл, что ли? С сибитным камешком. Тут все у нас текет наверху. Хотя температура минус 2. Так как солнышко, какая-то часть ультрафиолета проходит, и все равно оно подогревает крышу. Ну а может быть, что у меня... Надо отойти. Проходит еще, что дом жилой, из-под крыши маленько проходит. Ну, не сказать, что прям где-то типа просекает тепло. Были бы такие пятаки, если бы проходило тепло много. Но в принципе, как и у всех, вот жилых домов, посмотрю. Вот этот вот домик жилой, вон тот домик жилой, а вот тут почему-то снега нету. Но это андвилла. Там свои заморочки могут быть. Вот. Пойдемте на озеро сходим. Давно не были. Серега-то каждый день рыбу проверяет. Там он даже вон лодка висит, лежит вернее. Кто спросит, что такое сибит на этих? Вот, да, пеноплекс на перемычках. Это так как перемычки деревянные. Они подсели, мы запенили и на всякий случай от продувания закрыли пеноплексом. Надо будет что-то в следующем году с ними делать. Вчера озеро было во льду, начало там где около камыша. Сегодня Серега говорит камыша, около камыша даже льда нету. Очень хочется сходить на щуку, потому что именно сейчас, по перволедью, щука должна брать очень хорошо. Вот ту, которую я поймал на 2,5 килограмма, я поймал ее именно здесь, вот чуть правее, там метров 50. Да у кого 50, наверное, 50-то не было. Но...
Не могу сейчас я себе выделить такое количество времени, чтобы пойти поплавать. Потому что до этого надо подготовиться, потом поплавать, потом прийти и раздеться, чайку выпить, все такое. Ну, пройдет довольно-таки много времени. Это не час. Туда-сюда. Короче, с рыбалки не придешь и снова не начнешь сразу строить быстро. Вот вам озеро. Вода была по весне. Вот как-то даже вот до сюда доходила. Вот здесь. То есть вот ушла она метров, наверное, на 5. Ну, по высоте, наверное, на сантиметров 50-60. То есть нормально. Это естественно, когда осенью вода уходит. И вот посмотрите. Здесь у нас что? Под краем лед, пена. Видимо, был небольшой ветерок. Но то, что вот камыш вот с такими штучками, это как раз вот он, остатки льда. Пятачки такие. Рыба сейчас ловится плохо, потому что мы не наглеем, на глубину не лезем. Там стоят все эти хозяина озера, ну, арендатора, кто в аренду его взял. И мы не можем дальше вылезти. Ну, так... Улов невелик из-за этого, потому что слой воды, значит, сверху сантиметров 50 чистого, потом метр травы и дно, ну, дно уже, которое илистое. Так вот, карась ходит как раз в этой траве весь, а у нас сети стоят в этих 50-70 сантиметрах над травой. Ну, там 1-2 карасика залетают. Это ни о чем. А вот чуть дальше туда, как бы трава резко кончается, ее там косили. Ну, специальной моторкой. Двумя моторками с веревкой ее косили. Резко заканчивается трава, и получается как бы выход из травы. И как вот раз там надо ставить сети, чтобы ловился карась хорошо. Карась, берет там все, что щука. Ну, вот там как раз стоят сети хозяин. То есть, как бы он для себя и косил вот эти выходы из травы, он теперь оградил. Это у нас над травой. Соответственно, собираем то, что вот просто карась какой-нибудь выскочил с травы и над травой решил сократить себе путь. И попался. Ну, а щуку, в принципе, можно везде ловить. Она сейчас очень активно везде ходит. Серега вот он очень красиво сложил дрова вот сюда. Ну, это чурки. В принципе, их можно даже не трогать. Это я для шиитаки брал. Но мне столько много не надо было. Чурки уже внизу в погребе стоят. Надо, кстати, ролик доснимать, все забываю. Вот так вот. Больше особо-то с утра показывать нечего. Остальное в доме. Я сегодня собираюсь под лестницей поштукатурить и развешать уже оборудование. Вот так вот симпатично. Еще бы до верха доставить все это дело. Будет вообще жаргут. Время, не знаю, где-то час дня, что ли. У нас. О, жена зажарку принесла. Зажарка отдельно. Это просто, как я же говорю, большой казан. Вернулись к начальной точке. Ну, и, собственно, пока все. Вечером дальше посмотрим, чем мы с вами будем заниматься. Мы с вами, это имеется в виду я и вы, и зрители. Чичко, ну что, вылазь. Не лезь туда, не лазь туда. Неугомонная собака, он постоянно ловит мышей. Выходи. Ногой толстенький. Ребер не видать. Сорвался, блин. Не зевай, Ширика, замерзнешь. Ну и все, блин, не горит, надо подкидывать. Все, выкладываю. Смотрим, лайкаем, комментируем, что такое.